нужно заправить машину. Я не буду здесь сидеть. На улице очень холодно. Странная белая маска. Немного жуткая. Меня это не интересует. Замерзшие машины. Ничего интересного. Если попадете с первого раза, получите приз. Не, не попал. Ну ничего, не у всех получается с первого раза. Удачной вам дороги, офицер. Голова просто раскалывается. Что это за место?
Я нашел ключ. Я помню этот склад. Я впервые убил человека. Я помню... Помню, он был безоружен. Он напал на меня. Я испугался и выстрелил. В тот день я долго не мог прийти в себя. Решетка прикручена. Руками не снять. Решетка крепко приварена.
Я нашел ключ. На ключе написано «Комната номер 3». Дверь выглядит не очень крепкой. Еще один ключ. На ключе есть надпись, но ее очень плохо видно. Нужно искать дверь, к которой подойдет ключ.
очнулся. Голова очень болела. Я выжил в этой аварии. Мне повезло. Очнулся, наконец. Вставай! Нас ждут приключения! Только не это. Опять ты. Опять ты в моей голове. Я же избавился от тебя. Ну, как видишь, я здесь. Я вернулся. Нас ждут увлекательные приключения, прям как раньше. Нужно вернуться к заправке. Там есть телефон. С тобой я потом разберусь. Я знаю, ты скучал по мне. Можешь даже этого не скрывать. Это же мой пистолет. Похоже, он успел вызвать копов. Сейчас будет весело. Он мертв. Ты убил его. Что это было вообще? Зачем ты убил продавца? Да это ж весело, дружище! Я придумал нам новое приключение.
Может, скажешь что-нибудь? Ты же здесь не один все-таки. Знаю, это для тебя очень весело. Наверное, забавно наблюдать, как я пытаюсь решить проблемы, в которые ты меня втянул. Единственный способ избавиться от тебя — это найти моего знакомого Дока. Он вытащил тебя из моей головы в прошлый раз, вытащит и в этот. Затем я просто сдамся в полицию. Да, что-то невеселый план получается.
вселился в собаку. В собаку, представляешь? Ты меня вообще слушаешь? Эй, ты решил меня игнорировать? Слышишь это? Слышу что? Смотри, это же кот. Давай возьмем с собой. Зачем он нам нужен? Идем дальше. Эй, хочешь, чтобы он замерз? Бери его, или будем стоять здесь очень долго. Мне казалось, ты ненавидишь все в этом мире. Да, так и есть. Но котиков я обожаю. Ну как их можно ненавидеть? Ну и как ты назовешь кота, а? Никак. Ну ты и зануда. Окей, тогда я придумаю. Может, Пушок? Или Блохастик? Или какой-нибудь... Может, ну... Давай ты просто заткнешься, и мы пойдем молча. Хм, грубовато.
добрым утром. Как спалось? Как настроение? Пока тебя не услышал, все было отлично. У меня к тебе вопрос. Что ты вообще такое? Ты не поверишь, но я человек. У меня даже имя есть. Я Ричард. Ричард Хилл. Точнее говоря, я был человеком, пока копы не пристрелили меня в своем собственном доме. Почему они это сделали? Я оказался случайным свидетелем их грязных делишек. Теперь ты на мне отыгрываешься? Ну, можно сказать и так. Но ты не бойся, все идет по плану. По какому еще плану? Что ты задумал?
куда теперь? Налево или направо? Похоже, это поезд. Нужно успеть. Через несколько часов будем в городе. Там я найду телефон и позвоню Доку. Ты все-таки хочешь от меня избавиться? А как же все то, через что мы прошли? Ты серьезно? От тебя одни неприятности. То есть это все? Это конец? Ты точно этого хочешь?
Да, больше не хочу тебя слышать. Ты мне надоел. Сегодня все кончится. Смотри, не пожалей о своем выборе. Рано или поздно я вернусь снова. И тогда ты не сможешь меня удержать. Слушаю, кто это? Док, это я. Узнали? Да, узнал. Тебя показывают по телевизору. Подозревают в убийстве. Что происходит? Он вернулся, док. Вернулся. Кто вернулся? Ты о чем? Тот, от кого мы избавились 2 года назад. Возможно, это прозвучит глупо, но это он убил человека. Помогите мне от него избавиться. Снова. Я же объяснял, таблетки дают лишь временный эффект. Только ты мне можешь помочь. Как только он исчезнет, я сдамся. Так, хорошо. Я перезвоню через несколько минут. Жди звонка. Похоже, он тебя кинул. Значит, пойдем к доку без приглашения. Не стоит рисковать.
Вот его дом. Впереди. Похоже, сдал тебя, док. Самое время бежать. Нет, так нельзя. Нужно помочь им. Помочь? Обойдутся. Беги в лес, пока тебя не поймали. Что теперь делать? Я совсем запутался. А теперь... Ты вернешься в город и убьешь Дока. Он тебя подставил, нельзя все так оставлять. Да, ты прав. Я убью его. Он сказал, что поможет, а сам сдал меня копам. Что я наделал? Вот черт. Вы как? Вы живы? Пожалуйста. Нет, только не это. На втором этаже склада стоит компьютер. Я хочу выяснить, кто такой Ричард Хилл и где он раньше жил. Возможно, осмотр его дома даст ответы на мои вопросы.
Как вы могли упустить его? Обыщите местность!
чего куда бежать? Сдавайся! Мы следили за домом. Знаем, что ты сделал там, в пещере. Теперь они охотятся на тебя. Похоже, ты уничтожил их главный источник энергии и поглотил ее. Как бы странно это ни звучало. Ты же не хочешь попасть в лапы к этим существам. Мы поможем тебе. Защитим. А ты поможешь нам. Я, конечно, могу застрелить тебя прямо сейчас. У меня приказ доставить тебя живым или мертвым. Но я предпочту решить все мирным путем.
Thank you.